премиум тема WordPress под названием 13 floor или 13 этаж. Автор темы — команда Elegant Themes во главе с Ником Рочем. Здесь у меня сейчас немножко она с настройками на моем поддомене прыгает. Сейчас я ее открою на авторском сайте. Вот вы сейчас видите тему на сайте автора с его демо-контентом. Наверняка вы такой темы, именно вот такой главной страницы, еще не встречали. Тема очень оригинальна в этом плане. И если вы остановите свой выбор на ней, вы, скорее всего, не пожалеете. Для какой тематики в первую очередь эта тема? Ну, я готов вам такой совет дать, что если у вас есть что продавать через интернет, неважно, это цифровой товар или это какие-то ваши видеокурсы, уроки, услуги, то мне кажется, что вот эта тема довольно оригинальная, и она может понравиться и вам, и вашим будущим читателям. Она очень компактная, очень функциональная, имеет в настройках несколько цветовых решений, плюс вы можете дополнительно уникализировать некоторые цвета через панель настроек. Единственный минус на сегодняшний день этой темы — она не поддерживает адаптивный дизайн, но я в своем магазине провожу акцию: каждой теме автора Elegant Themes я в подарок покупателям даю 6 премиальных плагинов этого же автора. У него их всего 6. Вот вы видите сейчас на экране, на сайте автора, короткие анонсы этих плагинов. Это Divi Builder по строительству страниц, это подписка через email, это социальные кнопки, это как раз плагин, который поможет настроить тему Elegant Themes на мобильных устройствах. Это техническая страница, когда вы закрываете сайт на техобслуживание, чтобы ваши посетители не могли видеть ваш сайт, а вы в это время проводите какие-то технические работы. И короткие коды. Что такое короткие коды, можно посмотреть. В принципе, по-моему, здесь есть. Я попробую сейчас понять, где тут у нас есть. У меня, ну, по крайней мере, у меня это точно есть. Вот у нас страница шорт-кодов. Вот такие вот короткие коды, которые позволяют текст преобразовывать в различные такие вот форматы. Списков, таблиц, вкладок, информационных блоков, слайдеров, кнопки социальные, описание автора, колонки и так далее. И так далее. То есть вот такой вот, такие вот короткие коды. Значит, как я уже сказал, тема полностью переведена мной на русский язык, включая страницу панель настроек ePanel, плюс каждый покупатель получает от меня инструкции или в видеоформате, или текстовые, в которых я подробно рассказываю о настройках темы на сайте. Если вы новичок и вы затрудняетесь, знаете слабо систему WordPress, я готов вам бесплатно установить свой демо-контент, который вы видите здесь по адресу preview20 на домене skininfo.info. Если же у вас есть уже свой контент, то я готов вам предложить свои услуги, услугу так называемую сайт под ключ. То есть вы мне даете свой контент, говорите, какая структура у вас на сайте будет, и я вам полностью ставлю тему, настраиваю его на вашем контенте. Стоимость зависит от количества вашего контента, но я думаю, что цену, которую я вам назову, вас приятно удивит, она невысокая. Вот такая вот тема. Советую обратить на нее внимание, если вы хотите, скажем так, для своих читателей показать что-то красивое. Вот такие вот предустановленные 5 цветовых решений. И вот здесь короткое описание у автора, то есть, повторяю, панель настроек со стороны администратора, короткие коды, шаблоны страниц, портфолио, галерея, страница входа, страница обратной связи, страница блога, страница поиска, карта сайта. Все это есть уже в самой теме. Весь этот функционал реализован. Смотрите, решайте.